Доброе утро! Рыженького настроения! Солнечного дня! Салатик из манго и тыквы. Просто чтобы манго было больше, в целях экономии делаем его с тыквой. И очень полезно это. Можно тыкву под это как раз кушать, дело легко. Так тыква не особо же естся. Трудно ее есть. Вареная это уже не то. А так она биологически активная, живая. Натерочки натерли. Тыкву, манго, всего по чуть-чуть. Добавили меда, можно добавить чуть-чуть. Ну, можно без меда, это и так очень сладко. Куркумы можно насыпать. Такой вариант. Салатик такой из манго и тыквы. Ну, легкий способ съесть тыкву.